Марго. I believe I can fly. Привет, Марго. Привет. Конфетку хочешь? Сейчас камеру как схватит. Конфетку. Карты было что? Сладкая. Сыру принес. Хорошая. Бля, кусается. Ну что кусаешься? Ну дай кусай. Ну не кусайся, дай поглажь. Бля, щипается сучка такая. Еще выворачивай. Ты что сегодня, не в настроении? Ты хорошая. Семечки не принесла? Ты хорошая. Угу. Скажи, где семечки? Дай поглажу. Ну дай поглажу. Ну что ты такая не в настроении? Я уже боюсь тебя. Давай, есть что? Монетки, нет? Что тебе принести? Есть рубль там. Зачем ей рубль? Она будет носить его. Зачем? Не знаю, она их собирает зачем-то. Да, конечно. Да. А если она подавится этим? Хочешь монетки? Пишешь центик. Видишь, как деньги любят. Ты любишь их. А если ты подавишься? Дай поглажу, тогда дам. Сейчас пойдет закопает. Только не съешь, ради бога. Сейчас пойдет занычит, видишь? Вот сюда. Вот так. Лёнь, закапывай. Вот так. Нет, так, ты видел. Нет, здесь видел. Так, хоть зачесалась. Блин. Там здесь тоже кто-нибудь найдет. Так, вот туда, поглубже надо, поглубже. Так, вот так, вот так. Вот, вот так закопать, чтоб никто 2 цента не нашел. Так, вот так, так, так. Теперь сама посмотрю, хорошо ли спрятала? Нет. Блин, хреново. Сама нашла. Иди, посмотри. Марго, Марго, Марго. Да не мешайте, скажу, у меня деньги надо спрятать для начала. Представляешь, сколько она колец заныкала за свою жизнь? Так, посмотрел. Так, все нормально. Ворона Марго дала нам 50 рублей и сказала купить ей что-нибудь вкусненького в магазине. Мы сходили, купили разных вкусняшек. Там кошачий корм, булку, консервы. Сырок. Сырок. Сейчас посмотрим, что она больше всего любит. Ну, она сама выберет. Если, конечно, она не улетела опять на работу, паспорта проверять. Ну, что ты такие огромные ей? Да, Андрей, надо было по чуть-чуть. Там сыр еще есть. Ой, вкусняшка какая. Ой, разговаривает. Так ты хоть прожуй. Ну. Кушай, Марго, кушай. Она может, ты ж подаришь такой целый кусок, блин. Слушай, ну разговаривай. Слушай. Ну давай, скажи. А еще. Можно ей сыр-то вообще? А почему нет-то? Ну давай получи пакет. Ты скажи. Же сейчас тащишь. Ты скажи какими-то маленькими такими кусочками. Ну это разговаривает. На, попробуй. Будешь кушать, нет? Ну-ка. Попробуй, Марго. Блин, она пойдет прятать. И собирает же, все соберет. Кушай здесь потом. Ну потом. Все, ну потом все вываливается полный рот. Сань, ты смотри, что творит. Марго! Ты не такая, как все. Ты на Мерседесе. По мокрому шоссе. Ваш корм, скажи, только клюк засорять.